Минсельхоз выпустил обращение по поводу нашествия клещей и опасности пироплазмоза, который они переносят. Зараженные клещи стали чаще нападать на собак. 80% проб с начала года дали положительный результат. Наталья Ткачук продолжит. Апрельский ТикТок кишит видео с клещами на природе. На каждой травинке они сидят по 2-3. Просто кошмар. На охоту вышли клещи, зараженные пироплазмозом. Это лабораторно подтвержденный факт. Из 60 проб, сданных на исследование, почти 80% были с пироплазмозом. Вот признаки опасной болезни. И они должны насторожить хозяев собак. Отказ от корма, тремор, судороги, хромота питомца, изменение цвета мочи и резкое повышение температуры. Если вы потеряете вот это время температурного пика, когда температура поднимается до 40, первый день-два, потом температура может нормализоваться, животное будет вялое, но так как процесс будет уже запущен, животное будет болеть в такой не острой форме, а может идти подострой форме, то когда они приходят к нам уже электричные, то есть желтушные, очень тяжело работать с такими животными, там большие осложнения при работе печени, почек. Инкубационный период пироплазмоза от 3 до 7 дней. Быстрее всего симптомы проявляются у молодых и ослабленных собак. Определить болезнь лучше на начальной стадии, в лаборатории. Тогда шансы победить болезнь сильно возрастают. Без лечения почти в 100% случаев животные погибают. Ну а лучше лечение – только профилактика. Есть много препаратов профилактических, которые дают защиту в виде таблеток, капель, спреев. Сохраняется защита от месяца там до полугода. Донам даются препараты, да, которые у нас сейчас хорошо себя зарекомендовали, и они работают. Владельцам собак проблем добавил аномальный апрель. Потеплело еще с конца марта, а это значит, и для паразитов весенний сезон прогулок начался куда раньше, чем обычно. Поймать клеща, еще зараженного пироплазмозом, можно даже на прогулке по асфальту. Паразит может прыгнуть на жертву даже с веток деревьев. После дождей снова обещают теплую и влажную погоду. А это идеальные условия для паразита. Клещи снова пойдут в атаку. Сезон охоты у них длится, может, до глубокой осени. Наталья Ткачук, ТСВ.